This conference will now be recorded. Так, ну что, уважаемые коллеги, день добрый. Рад вас видеть в этот замечательный летний знойный день. Наконец-то к нам, до нас, Елена, день добрый, до нас лето с вами доворовалось. Для начала, по правилам, естественно, хорошего тона представлюсь. Зовут меня Валентин Гребцов, преподаватель Центра компьютерного обучения, специалист по направлению сайтостроения. И сегодня у нас с вами будет такой семинар, довольно-таки посвященный интересной теме, это работа с изображениями. То есть как у нас вообще изображение можно на сайт поместить, на нашей страничке сайта, что с ним можно сделать. Прежде всего, вообще давайте поговорим с вами вначале, что если видите это все первый раз в жизни, вообще что такое вообще сайт и как вообще это у нас с вами делать, чтобы просто имели представление, потому что... Скорее всего, есть слушатели у нас, которые видят это первый раз и просто хотят освоить. Так вот, я поэтому, может, это, конечно, и неправильно, не стал заморачиваться делать там какую-то такую ярко-красочную презентацию, а сделал как раз ее вот именно как такой, собственно, маленький сайтик. Опять же, если будет необходимость в конце, да и даже без необходимости, все файлы, все, что я показываю, все вам перешлю. Итак, сайтики у нас, любые абсолютно сайтики, в том числе и Фейсбуке, и Википедии, собственно, сайт вашей школы и так далее, это все делается у нас, начиная еще, Дмитрий, рад вас видеть, начиная еще с прошлого века на замечательном языке, который называется HTML, на языке, который называется HTML. Собственно, вот его расшифровка, это аббревиатура идет, Hypertext Markup Language, язык гипертекстовой разметки, но, собственно, если не вдаваясь в подробности, то что такое наш язык HTML? Все на самом деле довольно-таки просто. В языке HTML, не пугайтесь тому, что вы сейчас видите, само собой, что мы на курсах это все разбираем, и поверьте, здесь никакой магии нет. То есть в языке HTML у нас используются так называемые теги. То есть тег – это просто команда для браузера, которая что-то им говорит, надо сделать. Например, давайте я сейчас рядом так просто открою, чтобы у меня здесь и текстовый документ был, и... Так, ну и, собственно, браузер, чтобы сразу было видно, что у нас творится. И перейдем уже, ой, к теме, собственно, нашего занятия. К теме нашего... Так, куда-то мыша убежала? А, все, не убежала ничего. Так, вот сюда. Вот сюда. Так, смотрите. Итак, у нас, собственно, опять же, я, допустим, элемент, то есть язык HTML, прошу прощения за заминку, запинку. Язык HTML, то есть, опять же, это у нас команды, наши теги, которые говорят браузеру, что что-то надо сделать. Например, P элемент, это параграф, то есть, как вы видите, меня зовут Валентин Гребцов, обычный, собственно, текст. Элемент H1, это уже заголовок, где написано «Работа с изображениями». То есть, как вы видите, текст он больше и жирнее. А далее вы видите еще один параграф, в котором содержится у нас описание, собственно, нашего HTML. Ну и элемент B, как вы видите, он у нас просто текст делает жирным. То есть в языке в нашем HTML используются у нас теги, которые, собственно, позволяют нам вот эти вещи делать. Позволяют нам эти вещи делать, то есть, а именно работать с нашими... То есть, короче, создавать сайтики, иными словами, создавать, причем как целиком сайтики, также редактировать их, а также там какие-то отдельные элементы делать. На самом деле, если даже открыть какой-нибудь здоровенный сайт, и сейчас перейдем после этого непосредственно уже к теме нашего занятия, например, замечательный, думаю, знаете, такой компонент, сайт такой компании, который называется у нас Apple, и если у них открыть здесь код, здесь мы увидим интересные такие вещи. Так, ну, естественно, не в таком количестве. Допустим, вот они идут. Смотрите. Вот видите, вот такие треугольные штучки здесь. UL – это список. Ли – это у нас идет элемент списка. Я тоже решил, по примеру этого сайта, который называется Apple, оформить у себя часть информации тоже в виде такого красивого списка. То есть, где у меня находятся основные форматы изображения. UL – это сам список. И вот идут его элементы. Первый элемент – ли JPEG. Второй элемент – ли – это GIF. Вот они с правой стороны. Ну и последний элемент ли, как вы видите, у меня в 21 строчке, это, собственно, PNG. То есть, как видите, то, что используется и на крупных сайтах, и на мелких, это на самом деле все одно и то же. Вот, ладно, давайте не будем отвлекаться. Смотрите, собственно, у нас с вами цель сейчас другая. Посмотреть вообще про картинки, что это такое. Вот, так вот.
современный сайтик, как вы понимаете, уважаемые коллеги, представить у нас без изображений на самом деле не то что сложно, практически даже невозможно. Например, если это, к примеру, всеми любимые социальные сети. Понятно, что хочется там и свое лицо показать, ну и, собственно, посмотреть, прошу прощения, на приятеля. Опять же, если это, допустим, сайт, ну, например, школы, все-таки хочется посмотреть и портреты учителей, ну и, собственно, здания, и награды какие там есть, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому картинки, Дмитрий, да, очень приятно. Так вот, картинки нам с вами нужны для чего? Чтобы получить у нас с вами более такую подробную, скажем так, информацию. Вот, ни одного сейчас сайта у нас, наверное, без картинок вы не найдете. То есть, давайте смотреть, как это, в принципе, у нас с вами делается. Так, знаете что? Давайте вот что с вами сделаем. Если будет желание сейчас, в принципе, поколдовать вместе со мной, честно говоря, обеими руками и ногами за, поэтому давайте файлик вам сейчас сразу разошлю. Вот, можете смотреть, что там получается, можете смотреть, как это вообще все происходит. Так, вот сюда. Так, в конце занятия тогда еще разошлю, поэтому если что-то там сломаете, испортите, ничего страшного не будет. Так. Угу. Так. Ой. Так, рабочий стол, я прошу прощения. Так, где архивчик? О, вот он. Так. Архивчик маленький, сейчас буквально он скачается. Полминутки, да меньше. Так, да. Так, ловите. Если тоже хотите принять участие. Так, там, собственно, у вас будет такая страничка. Ссылку я отправил. И вот, во, скачать все. Если что, архив здесь будет жить еще неделю. Итак, можете скачать, можете просто посмотреть. Так, а я, с вашего позволения, тогда начну. Да, тогда начну. Так, ну, собственно, возвращаясь в нашу папочку. Итак, работа с изображениями. Давайте сами начнем тогда, собственно, вот с чего. Работа с изображениями. Смотрите. Дело в том, что у нас сейчас на данный момент существует, в принципе, довольно-таки много форматов изображений у нас есть, поэтому, конечно, да, качество, чтобы картинка у нас была яркая, сочная, с большим количеством деталей, это, конечно, важно, но, тем не менее, вес, то есть размер в данном случае файла, его еще, естественно, никто не отменял. Евгений, рад вас видеть. Наверное, что-то со связью. Так вот, поэтому у нас существует, на самом деле, огромное количество графических форматов. Тем не менее, до сих пор на сайтах у нас по особо большой популярности пользуется, собственно, что? Первый формат JPEG. Ну, уверен, слышали про него. Как вы видите из названия, это не открытый формат изображения. Он принадлежит американскому сообществу фотографов. Формат у нас этот содержит много цветов. То есть, если мне память не изменяет, по-моему, это 16 миллионов 700 тысяч. То есть подходит он для фотографий, для фотореалистичных рисунков, которые передают у нас, ну, скажем так, реалистичные детали и так далее, портреты и так далее. Формат GIF следующий. Этот формат имеет такую интересную особенность, как он был придуман довольно-таки давно, еще в прошлом веке. JPEG, по-моему, тоже был придуман в прошлом веке еще, в 20-м. Так вот, у GIF у него есть одно, то есть у него есть очень серьезное ограничение. Если JPEG у нас поддерживает 16 миллионов цветов, ну, по-моему, 16 миллионов и 700 тысяч, то GIF поддерживает только основные цвета, их всего 256. Поэтому в GIF хорошо у нас с вами сохранять изображение, где у нас нет каких-то явных, то есть каких-то таких плавных переходов от одного цвета к другому. Плавный переход от одного цвета к другому называется градиентом. И очень хорошо вот на закате на небе видеть, когда небо там на востоке, оно еще там оранжевое, а вот на западе, откуда солнышко ушло у нас, там оно уже черное. Вот такой получается плавный переход. Так вот, GIF у нас содержит всего 256 цветов. Поэтому для, действительно, рисунков он подходит не очень хорошо, для фотографий не очень хорошо. Но, например, если вам надо какую-то схему или чертеж,
отобразить, а там всего два цвета, например, черный и белый. Ну, очень даже хорошо подходит. Плюс у GIF есть еще такие две интересные особенности. Первое, вы можете часть изображения сделать прозрачной. То есть картинки же у нас все изначально идут прямоугольные. Вы берете, делаете у нее, допустим, у картинки уголочки прозрачные, и картинка как бы получается, ну, скажем так, круглая. И у GIF есть еще одна интересная особенность. Именно можно делать так называемые гифки, анимашки. То есть берем несколько фотографий, загружаем их, например, в графический редактор, ну, скажем так, Adobe Photoshop, и можно указать там порядок изображения, время отображения каждого изображения, и объединить их потом в один файлик, ну и будет такая гифка, то есть картинка, в которой несколько изображений, они будут плавно сменять друг друга. Уверен, все это видели. Ну и формат, который называется третий формат PNG, он вобрал в себя, в принципе, из JPEG и из GIF все лучшее. Если у GIF у него просто прозрачность либо есть, либо ее нету, то есть полупрозрачность у GIF сделать нельзя, например, сымитировать тень, то формат PNG, вот это, он это все дело поддерживает. То есть у него не просто прозрачность есть, а ее можно там даже задавать в процентах. То есть, например, сделай прозрачность 50%. То есть вроде как картинка есть, и вроде как это что-то, что на заднем плане поддерживается. И самое главное, что формат PNG, так же как и JPEG, поддерживает у нас все, то есть он полноцветный, то есть наши 17 миллионов цветов. Также у формата PNG у него, в принципе, есть интересная особенность. Допустим, если мы берем какое-то изображение, сохраняем, опять же, если это качественный исходник, качественное исходное изображение, потому что формат JPEG, формат GIF и формат PNG не подходят только для конечного сохранения изображения. Для дальнейшей обработки изображения они категорически не подходят. Так вот, если у нас хороший исходный файл, и мы берем, сохраняем в формате JPEG и в формате PNG, как правило, не всегда, но как правило, при прочих равных условиях файлик, сохраненный в формате PNG, весит, даже по сравнению с JPEG, где-то процентов на 20-30 меньше, потому что формат PNG более современный. Ну да ладно. Так, вот наш файлик. Так, если, в принципе, будет желание потом повозюкаться, то я буду возюкаться, все это делать в таком замечательном текстовом редакторе, который называется вот так вот, Notepad++. Он не самый современный, но у него по сравнению с другими современными вещами есть классные фишки. Но об этом позже. Так, держите, если будет желание там его скачать, установить. Так, скачать, если будет желание его установить. Да, коллеги, там, в принципе, если что, там есть там вопросы, пожалуйста, можете там в чат, голосом. А сейчас мы, собственно, будем картинку размещать у себя. Первую смотреть, что это такое. Итак, для размещения изображения на страницах сайта у нас с вами применяется такой HTML-тег, то есть команда для браузера на нашем языке HTML, которая называется image. Ну, соответственно, да, тег img от слова, естественно, image, изображение. Так вот, для того, чтобы нам сказать браузеру пользователя, ну, в данном случае нашему браузеру, какую картинку мы хотим с вами загрузить, для этого используется у нас атрибут src от английского слова source, источник. И вот нам здесь поступает первый вопрос. Сергей спрашивает. Как лучше размещать одно и то же изображение для разных версий сайта? Можно пример кода? Не вопрос, Сергей, пожалуйста, можно пример кода. Вот, тем более подобными вещами как раз мы с вами занимаемся. Во-первых, держите целиком. Собственно, я вам ссылочку прямо сейчас кидаю. Я так понимаю, что, наверное, речь сейчас идет вот о чем. Немножко отвлеклись, но думаю, что это, наверное, все-таки вопрос по делу и будет интересно всем. Смотрите, вот у меня сейчас здесь присутствует экранная версия. То есть слева у меня так называемая панель навигации. Вот эта вот красненькая. Соответственно, если я сейчас содержимое прокручиваю, у меня панель навигации, у меня едет только, скажем так, контентная часть. То есть контентная часть, она содержит в себе эту область основного содержимого. Вот это вот. Где у меня в данном случае фотография интерьера. Есть такое? Есть. Это что касается экранной версии. Но такая экранная версия, она будет очень не очень хорошо смотреться на маленьком экранчике мобильного устройства. Ну, речь, естественно, про телефон, про смартфон. Поэтому, если я возьму сейчас ее, уменьшу, вот это вот, возьму вот так, начну экранчик уменьшать, пожалуйста, вот так вот. Соответственно, что у меня получилось? У меня сейчас он перестроился из
экранной версии, вот она, экранная, в версию, адаптированную для мобильных устройств. Обращаем внимание, здесь у меня находится 6 фотографий. Здесь у меня в верхней части находится 6 фотографий интерьера. Ну, 3 ряда, в каждом ряде, собственно, по 2 штуки. Вот они. В мобильной версии у меня те же самые находятся 6 фотографий, как вы видите. То есть вот у меня раздел «Дизайн интерьеров», вот у меня 3 фотографии, еще, пожалуйста, 3 фотографии. Вот. То есть для вот этих фотографий здесь просто заданы определенные настройки, которым как раз, Сергей, сейчас я и хотел буквально через несколько минут перейти тогда рассказать, собственно, как это все делается. Вот. То есть как мы можем картинку отобразить, чтобы она у нас красиво смотрелась и на экране стационарного устройства, и на экране мобильного устройства. А так на ваш вопрос я отвечаю, картинки здесь одни и те же. То есть это что в мобильной версии, что в экранной версии изображения одни и те же. Просто там для них сделано так, чтобы они корректно отображались. Так что, Сергей, за вопрос спасибо. Частично на него ответил, пример вам показал. Так что, если не возражаете, давайте пойдемте дальше. Можно сейчас будет на практике как раз это проверить, как оно работает. Даже что-то подобное попытаться сделать. Так. Так, еще у нас один вопрос есть. Легче уже для мобильной версии запустить для разной версии разные изображения. Тут, понимаете, Сергей, на самом деле, то, что вы спрашиваете, тут, скажем так, вопрос этот спорный, и, честно говоря, я не готов вам, и не только я, там дать, собственно, однозначный ответ. Тут дело вот в чем, что можно, конечно, сделать два изображения. Для мобильной версии можно сделать фотографию маленькую, для экрана большого компьютера можно сделать фотографию большую. И в зависимости от версии сайта можно подгружать либо одно, либо другое, но... Тут опять же есть, понимаете, какой нюанс, что люди, допустим, с тем же самым телефоном, у нас у телефона есть горизонтальная ориентация. Я, да, я понял про быструю загрузку, то есть телефончик мы можем сами горизонтально держать, а потом человек может его в руках повернуть на 90 градусов, чтобы он в вертикальное положение встал. И очень на многих сайтах сделано, что в горизонтальной версии, ну, это версия для планшета, согласен, вот. И на многих сайтах, в принципе, сделано, что, к примеру, в вертикальном положении, когда телефончик вертикально у нас, допустим, одно отображение идет, содержимое одним образом отображается в горизонтальном положении, но другим образом отображается. Поэтому тут, опять же, то, что вы вопрос задаете, с одной стороны, для быстрой загрузки, да, удобнее как бы сделать маленькую картинку отдельно, большую картинку отдельно. Но, с другой стороны, тут получается, что человек, он может тоже у себя сидеть за компьютером, понимаете, в чем дело, и гонять у себя вот окошко браузера, вот как я сейчас, побольше, поменьше, побольше, то есть одни картинки, поменьше другие картинки. В этом случае придется тогда загружать ему еще пачку изображений, понимаете, в чем дело. Поэтому тут такой вопрос, в принципе, вы хитрый задаете, к тому же, опять же, ужать, говорить, а ужать до какого размера? Мы знаем, какой его точный, какой размер экрана пользователя, сколько у него там пикселей. Мы можем с вами точно сказать. Допустим, ну условно, я сейчас просто цифры скажу. Вот, понятное дело, что там они, естественно, точно есть. К примеру, мы знаем, что ширина экрана пользователя, ну, пускай будет там 300 пикселей. 300 пикселей. И сделаем картинку в 300 пикселей. А человек, к примеру, ее откроет там на экране, допустим, 500 пикселей. Понимаете, в чем дело? И там тогда уже качество картинки будет здорово ухудшаться. Поэтому мы не знаем, какой размер экрана пользователя. Поэтому, к сожалению, что сейчас у нас есть не только стационарные экраны, а еще и мобильные устройства. Вот именно с размером изображения сейчас довольно-таки все, скажем так, идет свистопляска, что нельзя взять, вот именно задать там маленькую картинку нужного размера. Вот именно, что сейчас приходится просто брать большую картинку и, по сути, чтобы вот эта вот большая тяжелая картинка подстраивалась уже под размер экрана. Потому что мы не знаем, какой экран у пользователя. 300 пикселей, 400 пикселей, там 500 пикселей и так далее. Человек может зайти с любого устройства. Так что, конечно, да, жесткий размер задавать – это лучше. Тут я обеими руками за, но мы не знаем размер экрана пользователя. Вот в чем проблема. А мобильное устройство сейчас со счетов списывать ни в коем случае нельзя. Поэтому как бы так. Вот. Поэтому тут опять же чем-то приходится жертвовать.
Поехали дальше, если не возражаете. Так вот, за вопросы спасибо. Мы сейчас даже так вот красиво параграфы вставим. Итак, так вот, что касается наших изображений. Если надо вот именно нам изображение вставить на нашу, собственно, страничку нашего HTML-документа, а HTML-документ у нас это страничка нашего сайта, то для этого у нас, как вы знаете, уже используется так называемые команды для браузера, наши HTML-теги. Тег image. Image, он позволяет при помощи атрибута, атрибут всегда у нас задается в открывающий тег. Что такое открывающий тег? У нас, если видите, первое выражение, ничего страшного. То есть вот у нас тег открывающий B. Что ты начал делать в данном тексте? Начал делать жирно. Вот текст B закрывающий. То есть он говорит браузеру все. Здесь моя работа заканчивается. Так вот, атрибут src, это английского слова source, источник, он позволяет нам с вами в качестве значения указать название нашего изображения. Так, если у нас вот мой файлик index.html, в котором я работаю, а самый главный файлик на сайте принято называть index.html. А вот, допустим, у меня картинка идет, S01. Ну, это, в принципе, поскольку картинки лежат у меня, картинка и мой текстовый документ в одной папке, путь им прописывать не надо. Достаточно просто указать имя. S01.jpg. Обязательно указываю имя и обязательно указываю расширение. Имя файлика S01 и расширение JPG. Так, она у меня называется, да, все правильно, JPG. И если я все сделал правильно, у меня должна здесь появиться вот такая красота. Так, традиция сюда. Нету. Ну-ну. Давайте смотреть, что получится. Так, вот сюда. Во. Так, картиночка, правда, маленького размера, поэтому при довольно-таки большом увеличении вот здесь у нее даже видно, как, собственно, качество теряется. Это как раз то, что Сергей, мы сейчас с вами про это говорили. Поэтому картинки все-таки поэтому сейчас и стараются брать довольно-таки большого размера, чтобы они могли растягиваться. Но у нас сейчас речь немножко о другом. Итак, пожалуйста. Андрей очень правильный вопрос задает. Путь к файлу. Смотрите, Андрей, дело вот в чем, что если у вас два файла находятся в одной папке, как у меня, например, index.html и вот этот файлик s01.jpg, то в этом случае путь прописывать не надо. Потому что он знает, что если путь у нас не указан, то это как раз очень точное указание пути. Это говорит о том, что у нас два файлика находятся в одной папке. Однако, у меня здесь папка imk, где находится картинка s21. Я сейчас возьму ее тоже сюда помещу, дублирую предыдущую команду S21. Но поскольку у меня картинка S21, вот она, находится в папке imk, этот путь я, собственно, здесь и прописываю. Вот так вот. То есть S01 у меня находится вместе с файликом index.html, а S21, ну, такие названия у меня получились, у меня находится вот она в папке imk. Поэтому путь к папке imk я здесь прописываю. Если я все правильно сделал, у меня должна отобразиться, ну, экранчик у меня просто маленький, а так картинки должны просто разместиться рядом. Вот она, одна и вторая. Само собой, что мы можем картинки разместить как угодно, там в линию, друг по другу, с отступами, чтобы одна там наезжала на другую. Опять же, у нас нет с этим никаких абсолютно вопросов. То есть это сейчас делается вообще без проблем, тем не менее. Так вот, какой здесь, собственно, есть у нас с вами момент? Дело вот в чем. Если вообще все делать правильно, то у нас, у нашего тега, который называется image, у него есть обязательный, у него есть два обязательных атрибута. Что такое атрибут? Это, скажем так, вспомогательные вещи, которые, без которых у нас наш тег просто работать не будет. Ну, например, в реальной жизни мы берем автомобиль. В автомобиле есть атрибуты, например, колеса. Ну, конечно, колеса формально можно считать самостоятельными вещами, это на самом деле так. Но как-то без колес, думаю, машина будет не сильно в настроении у нас ездить. Поэтому первый обязательный атрибут – это src. Как уже сказал, это английского слова source – источник. Да, язык HTML, если кто первый у нас раз это видит в жизни, он у нас регистра независимый. Можно писать его так вот. Но так делать просто, опять же, это не ошибка с точки зрения браузера, это не ошибка даже не с точки зрения браузера, а с точки зрения вот именно авторов языка. Они говорят, что так делать можно, просто в культурном обществе так делать не принято. Вот, так вот, первый атрибут это у нас src, который указывает у нас путь и название картинки. И второй обязательный атрибут это alt, в котором у нас указывается описание. Так,
картинки или изображения. Описание. Так, а во втором у меня что здесь? Во втором альте. Альт, это, допустим, тоже у меня здесь будет описание. Итак, фонтаны. Фонтаны. Нигде этот текст я сейчас не увижу. Потому что это так называемый альт, это альтернативный текст. Он появляется в том случае, если у нас с вами не может загрузиться изображение. То есть я, к примеру, возьму здесь и напишу неправильный путь. То есть в адрес изображения добавлю, к примеру, пробел. А пробел это символ. Более чем достаточно, что если мы его добавим, чтобы у нас картинка не отобразилась. И как вы видите, вместо первого изображения у меня здесь появилось описание картинки. То есть текст, который находится внутри атрибута alt. Вот, поэтому tag-image служит у нас для размещения изображений. Атрибут src, source, источник, путь и название картинки, alt – это ее описание. Далее. Наличие. Картинка у нас это не какой-то абстрактный предмет. Не какой-то абстрактный предмет. Картинка это у нас вполне конкретный предмет. Итак, запускаю свою любимую программу для просмотра графических файлов, называется RFNView. Александр спрашивает, кавычки одинарные или двойные? Александр, дело в том, что согласно стандартам языка HTML, это на самом деле в стандарте так прописано. Если не верите, могу сейчас ссылку на документацию вам показать. В языке HTML разницы между одинарными и двойными кавычками нет. То есть, если напишите одинарные ради бога, напишите убежала, прошу прощения, двойные ради бога, никакой ошибки нет, это одно и то же. Главное, что если вы с одинарной кавычки начинаете, двойной не заканчиваете. Пожалуйста, у меня вот первый атрибут в одинарных кавычках, второй атрибут пускай у меня будет в двойных кавычках. То есть для него это не принципиально. Можно даже значение атрибутов в определенных случаях писать без кавычек. Видите, ничего не изменилось. Это абсолютно нормально. Так, это абсолютно нормально. Так, следующий момент. Так вот, замечательная программа для просмотра графических файлов RFNView. Детище замечательного австралийского студента Ирфана, к сожалению, имя я его не помню. Так вот, размер моей картинки, он, ну, у меня просто так по дизайну надо было подогнать их, 296 на 198. Хотя бы любой нормальный человек, в отличие от меня, сделал бы 300 на 200. Ладно, 296 на 198. Я эти размеры здесь могу задать. Visa. Visa. DTH. 296. 296. И чьи атрибуты разделяются у нас пробелами. Высота. Так, вроде 198 было. У атрибутов, у этих ширина и высота Visa High, у них просто прописываются цифры. Цифры подразумевают пиксели, поэтому остальные там величины, проценты и так далее, это задаются по-другому. Естественно, посмотрим сейчас как. Само собой, ничего у меня не изменилось. Почему? Потому что это настоящий размер изображения. Вот. Кстати, обращаю ваше внимание, в языке HTML есть еще одна интересная вещь. Порядок атрибутов у нас не важен. Я могу сейчас взять все атрибуты здесь, поменять местами, и у меня ничего не изменится, также все будет отображаться. Да, Сергей, само собой, а запись я веду, и в конце, сколько у нас там еще, минут 15 вроде осталось, я все это вам скину, все файлики, которые будут скину. Сергей спрашивает, а можно ли только записать ширину, не записывать высоту? Да, в принципе, так можно сделать. То есть, пожалуйста, записываю, допустим, ширину и высоту и записывать не буду. Вот в другом дело, смотрите, заключается так. Давайте только я сейчас по-человечески атрибуту расположу. Я имею в виду по-человечески, это просто более привычное. SRC, он просто самый важный, он отвечает у нас за отображение изображения. Поэтому просто в культурном обществе принято задавать у нас атрибуты в порядке их уменьшения. Опять же, это ни на что не влияет, просто так принято. Смотрите. Я могу сейчас взять и увеличить ширину в два раза. То есть 296 умножая на 2, это получается у нас 500. Так, 296. Это будет у нас 592. Вроде правильно посчитал. Итак, вроде 592 пикселя. Ширина картинки у меня увеличилась в два раза. Соответственно, либо я теперь должен высоту будет увеличить в два раза, то есть написать 396, либо, в принципе, высоту я могу убрать. В этом случае что тогда получится? Ширина у вас и высота. То есть во сколько раз увеличится ширина, во столько раз у вас увеличится высота, чтобы сохранить пропорции.
Однако, мы сами, к сожалению, говорили про такую вещь, как мобильное устройство. Кстати, что касается мобильных устройств, знаю, вы молодые ребятки и девчатки, продвинутые. Мобильное устройство вам, естественно, нравится. Вот, так 2 года назад вышла такая интересная статистика по стране, которая называется Китай. Это было 2 года назад, и вот 2 года назад у них было на тот момент 900 миллионов пользователей интернетом, из которых порядка 90%, ну, в общем, 800 тысяч человек, не вдавая сейчас особых подробностей, заходили в интернет именно с мобильных устройств. Потому что и сейчас у нас мобильное устройство, это у нас уже в приоритете. Итак, в элементе, который называется head, а в элементе head у нас находится служебная информация, я создал элемент style. Ой, прошу прощения, написал все неправильно. Вот, ну ничего, главное вовремя исправиться. И здесь у нас будут находиться элементы, которые отвечают за наш формулирование. Александр задает нам такой вопрос, здесь очень интересный, боюсь, я сейчас на него не отвечу. Нет, не отвечу не потому, что ответ не знаю, ответ я знаю, просто сейчас просто я вас могу запутать. У атрибутов, которые находятся в кавычках, точку запятой не нужно ставить. Там, Александр, есть у нас один действительно атрибут, где точку запятой надо ставить. Но если не возражаете, там речь у нас идет именно про оформление, а это немножко у нас сейчас выходит просто за рамки нашего курса. А так... Сами атрибуты разделяются в пробелом. Сами атрибуты разделяются в пробелом. И точка запятой здесь ни в коем случае не ставится. Мы, конечно, можем ее поставить, он ее прочитает, но это будет ошибка. Так что делать не надо. Сами атрибуты разделяются в пробелом. Вот. Так вот. Допустим, я хочу теперь что-нибудь сделать с картинками. Поскольку Сергей нам задал такой довольно-таки интересный вопрос. Итак, понимаю, что, конечно... Ребята, вы молодые, не только ребята, хотите больше сейчас движухи увидеть, то есть всякие здесь, чтобы картинки там сами открывались, там увеличивались, становились прозрачным. Поверьте, на самом деле это все можно сделать. И делается это не так уж и сложно, точнее совсем и не сложно. Вот, но все равно с чего-то надо начать. Я думаю, сейчас даже что-нибудь сделаем. Итак, я, допустим, хочу теперь что сделать? Поскольку... Вы говорили, уважаемый Сергей, про размеры изображения, поэтому что я делаю? Есть у нас такая технология, называются стили. Они отвечают у нас за оформление. То есть сам HTML, это то, что находится у нас вот здесь, вот ниже, он отвечает у нас за наполнение. Вот наши теги image идут. Вот они. Мне так немножко странно написано, ну да ладно. А теперь в стилях я могу для них что-нибудь задать. Для них задам что-нибудь следующее здесь. Виза. Виза. 100%, то есть ширина для наших тегов image. И вот что у меня теперь получается. У меня получается теперь вот такая штуковина. У меня у картинок теперь ширина 100%. Поэтому для чего, собственно, это делается? А делается прежде всего у нас для мобильных устройств. Экран это у мобильных у всех разные, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Поскольку мы задали сами ширину 100%, у меня теперь картинка будет занимать всю ширину экрана. Ничего, уважаемые слушатели, не напоминает? Наверняка ваши любимые соцсети, где как раз все написано каким образом. Текст, картинка, текст, картинка. И картинка занимает всю ширину экрана. Знакомая вещь? Знакомая. Вот, а вот высоту 100% я задавать не буду. Потому что, как вы видите, когда мы задаем ширину 100%, высота задается автоматически. Вот, в принципе, что здесь можно еще сделать? Можно, на самом деле, много чего сделать здесь. Можно, допустим, сделать у картинки... Что у нас у картинки? К примеру, скруглить углы. Так, не сюда, прошу прощения. Итак, допустим, что это у нас будет... Всю ширину экрана. Так. Следующий нюанс. Допустим. Скругляем углы. Скругляем углы. Ну и свойство такое забавное. Border-radius.
Ну, например, сколько? Ну, например, 20 пикселей. То есть все у меня теперь углы будут скруглены на 20 пикселей. Опять же, величину 20 пикселей я сейчас сам только что придумал. Можно побольше сделать, можно поменьше сделать. Можно, в принципе, сделать все что. Картинку, например, сделать полупрозрачной. Так. Меняю прозрачность изображения. Меняю прозрачность изображения. Свойство opacity. Свойство opacity. Свойство opacity находится в диапазоне от единицы. Мы элемент полностью видим. То есть, как видите, ничего не меняется до нуля. Ноль элемент у нас полностью растворен. Обращаю ваше внимание, он просто растворен, но место он занимает. Вот у меня текст и остался. А что нам, например, мешает написать так? 0,6. Соответственно, я вижу сейчас 60% картинки, по сути. А 40% я вижу, у меня картинка просвечивается. То есть я вижу, как бы, скажем так, ну как бы это сказать, 40% фона. Вот. И обращаю ваше внимание, все в наших стилях, которыми я сейчас как раз возюкаюсь, а это уже, как бы так, чуть-чуть, как бы, но совсем толечку относится как бы уже к программированию, ну, хотя так условно. Так вот, в программировании принято у нас, как вы знаете, целые части от вещественных, от дробных отделять не запятой, а именно точкой. Вот. Вот как-то так. Вот как-то так. Так, в принципе, что еще можно сделать здесь с нашими картинками? Что еще можно сделать с нашими картинками? В принципе, на самом деле, сделать можно все, что угодно. Сделать можно что угодно. Ну, можно добавить здесь немножко эффектов. Можно добавить немножко эффектов. У нас уж все здесь собрались. Лихорадочно сейчас можете все не записывать. Я напишу сейчас еще пару строк и вам все это сейчас все отправлю. Так, допустим, добавляю оформление картинки при наведении на нее мышки. Ну, мышки имеется в виду, это которая мышка. Так, делать это будет следующим образом. Здесь я просто обращался к тегу image. А у нас есть такая технология, которая называется псевдокласс hover. И вот псевдокласс hover, он как раз у нас отвечает за оформление элемента, когда на него не введена мышка. То есть здесь я просто к картинке обращаюсь, а image двоеточие hover именно когда наведена мышка. И вот, когда у меня будет наводиться мышка, я буду прозрачность менять опять на единичку. То есть, что у меня будет в этот момент происходить? Сейчас я все это уменьшу, чтобы они у меня были. А, у меня же здесь 100% стоит, правильно, чего уменьшают. Виноват. Итак, что у меня будет происходить? Так, он же не хочет сдвигаться. Ну и ладно. Итак, обновляю. И вот я, соответственно, когда провожу мышку, у меня теперь будет происходить что? Мышка у меня на нижней фотографии, она у меня теперь яркая и сочная. А верхняя фотография у меня, как вы видите, видно на 60%. Теперь мышка у меня на верхней фотографии. Нет, верхняя фотография теперь яркая и сочная, а нижняя у меня вот теперь только вижу 40%. Вот так вот можно немножко здесь добавить вот эффектов. Причем, как вы видите, ничего сложного нет. Вот, ничего сложного нет, никакой магии нет. Так, давайте вам свою папку я еще раз отправлю. Опять тогда удалю. Так, если первую версию скачивали, это тогда будет версия 2. Так, это будет версия 2. Так, это сюда, это, да, это сюда, так, это, сейчас ссылочка у нас появится, так, ссылочка у нас появилась. Так, коллеги, держите. По этой ссылке, собственно, я только что засунул все файлики, с которыми я вот с начала нашего семинара возюкался. Здесь их все прикрепил. Там находится небольшой такой крошечный архив со всей моей папкой. Вот она, которая называется у меня 16.06.20. Там три картинки, ну, в смысле, две картинки.
текстовый файлик, который, напоминаю, можно открыть индекс HTML при помощи, например, текстового редактора Notepad++, ну или, например, вашего блокнота, который в компьютере по умолчанию есть. Ну, для Macintosh, соответственно, свои программы есть. Ну и папочка Image, где там находится еще у меня одно изображение. Вот, то есть всего с вами вот за 40 минут столько мы уже с вами сделали. То есть посмотрели вообще, если первый раз это видите, что такое наш язык HTML, то есть это язык разметки, на котором у нас можно делать HTML-документ, а HTML-документ – это страница сайта. И все сайты на данный момент у нас, ну, в принципе, все. Они написаны на нашем языке HTML. Вот, ну и посмотрели с вами то, что у нас есть замечательные вещи, картинки. И для работы с картинками, пожалуй, основной элемент у нас, то есть основной тег, это имидж. Это имидж. Вот. Есть и другие, конечно, у нас, но это, как правило, уже его, скажем так, небольшие разновидности идет. А так все начинается у нас с тега имидж. Поэтому, если есть вопросы, готов помочь ответить. В принципе, можете даже голосом спрашивать. Не только через чат. Так. Зачем нужен элемент picture? Чем нужен элемент picture? Давайте посмотрим. Зачем нужен элемент? Вы, я так понимаю, про HTML tag имеете в виду, Сергей. Давайте глянем. Так. Есть у нас такой замечательный сайт, называется V3 Schools. Так, элемент picture. Что-то мне в нем, если честно... А, все, понял. Чего-то мне в нем не понравилось. Нет, точнее, вещь заудобная. Смотрите. Так, picture. Вот в чем дело здесь получается. Вот обратите внимание, здесь у него... Да, было бы за что... У тега picture у него какая здесь идея? У него есть сам вот элемент, который называется picture. Картинка у нас. Так. Александр, можно я тогда на ваш вопрос чуть попозже отвечу, тогда если не возражаете, просто чтобы просто не очень хорошо получится. Вот, а так буквально через минуту я на него отвечу. Итак, Сергей, смотрите. Элемент picture. У вас здесь находятся два элемента source. Первый и второй. Обращаю внимание, первый ведет у вас при помощи атрибута src-set, ведет на файлик у нас image-png jpg, вторая ведет на image-white jpg. И обращаю внимание, что первый у вас запустится, когда у вас будет ширина экрана меньше 650, а на второй запустится, когда ширина экрана будет еще меньше, 465. Пикселей, соответственно. Однако, если совсем, это потому что тег появился у нас в 5-м HTML, и он работает у нас, да, только начиная с 13-го Internet Explorer. Поэтому, если это хозяйство не сработает, у нас с вами для этого есть тег image, который у нас с вами сделает, собственно, что? Отобразит у нас картинку по умолчанию. А так, в принципе, это дело работает вот таким вот образом. Так, я не знаю, мне просто сейчас браузер сможет это сделать или нет. Наверное, сможет. Так, наверное, сможет. Так, сейчас. Да. Секунду. Ну, ран. И чё, ран. И не помещается, естественно. Смотрите, я надеюсь, что он все-таки сработает сейчас, хотя не факт. Да, работает. Сергей, обратите внимание, вот картинка снизу, видите, прямая на маленьком экранчике одна, экранчик увеличиваю, как раз 650 пикселей, и вот, собственно, что получается. То есть элемент, который называется вот у вас, этот самый picture, он позволяет вам в одном элементе для разных экранов загружать разные изображения. Но иногда бывает полезно, честно говоря, с таким, в принципе, не связывался. И как раз вот то, что вы говорили, вот таким образом можете себе разные изображения загружать разного размера для разных, собственно, устройств. Ну, как я уже говорил, я немножко это по-другому делаю, хотя можно сделать и так. Так, теперь, собственно, у нас Александр вопрос наш задал. Так, Сергей, надеюсь, на ваш вопрос тоже я ответил.
Так, пропустил что-то. Как связывать CSS с файлом HTML? И что пишется, и как адресуется именно этим изображением или как? Смотрите, наш уважаемый Александр, тут дело вот в чем. У нас просто в рамках нашего, к сожалению, семинара, он, к сожалению, у нас с вами короткий, и я просто не могу вам за эти 45 минут, за один академический час просто охватить все нюансы. На самом деле там все это можно связать тут как угодно, там существует куча способов. Я сейчас просто сделал блок. Я, это опять же, это не значит, что плохо, я разместил стили в самом HTML файлике внутри элемента head. А по поводу обращения к картинкам я обратился при помощи селектора, так называемый селектор элемента или селектора тега. То есть я вам сказал, я для всех картинок задаю, потому что обращаюсь именно к тегу image. Не конкретные картинки, не первый, к второй, там, к третьей, а именно ко всем. То есть у меня теперь все картинки имеют в документе ширину 100%, скругление углов 20 пикселей и прозрачность такую-то. Можно задать свойства для определенной картинки, вопросов нет. Но у нас, поскольку сейчас такой цели не было, я задал свойства, соответственно, для сразу всех картинок. А так, пожалуйста, связать мы можем с вами все, что угодно. То есть можем применить стили к одному элементу, ко всем, то есть опять же все зависит от ситуации. Все это, естественно, делается и так далее, и так далее, и так далее. Так, коллеги, нескромный вопрос. Там архивчик, то, что он с файликами прислал, там сохранили, удалось его распаковать? Все нормально, все работает? Запустить, кстати, файлик, который вы открыли, на самом деле очень просто. Вот этот вот файлик index.html, правой кнопкой мышки открываете, открыть с помощью, выбираете ваш любимый браузер. И файлик в браузере у вас откроется. Такой весь красивый, такой весь замечательный. Так, коллеги. Да не за что. Вам спасибо за то, что в такой солнечный вечер уделили внимание. Да не за что. Так, коллеги, ну, собственно, если есть вопросы, как уже сказал, готов помочь ответить, а если нет, тогда спасибо за внимание, за терпение, ну и давайте тогда закругляться. Благодарю, вам всего хорошего. Так, запись, в принципе, должна уже либо сегодня, либо в данном случае. Александр, я много там чего веду, поэтому, в принципе, не только там маленький курс, еще и большие, у нас там есть разные направления. Поэтому там как в расписании просто поставят. Так, веду, в принципе, все. Спасибо за вопрос.